В городе Ридер, что на востоке страны, решена одна из главных транспортных проблем. Здесь вместо аварийной деревянной переправы построили новый современный мост. А в будущем планируют через него провести и дорогу в областной центр, значительно сократив расстояние. Подробности в материале нашего корреспондента Анель Есенбердиной. Открытие нового моста через реку Ульба в Ридере – событие долгожданное. Старая переправа, соединяющая центр с пригородом, прослужила уже более 40 лет и давно была признана аварийной. Приехали сюда с большой радостью, что открывается сегодня этот мост. Так, потому что связь именно с той частью поселка, так, это и дачные, это и наша спортивная республиканская школа, это и жители. Так, поэтому мы очень довольны того, что связь уже спокойная, хорошая, надежная. Теперь наши чемпионы по зимним видам спорта смогут без проблем попадать на тренировки. А жители поселка Ульбастрой и дачники не окажутся отрезанными от дома, как часто происходило в Паводке, говорят ридерцы. На строительство нового моста республиканский бюджет выделил почти 500 миллионов тенге. Сложнейшие природно-климатические условия, геологические условия, валунник до метра. Пришлось отрабатывать огромные котлованы для устройства промежуточных и береговых опор. Все это мы сделали в зимнее время, и это нам позволило выйти из воды. К моменту паводка опоры практически все были уже готовы. После паводка была возведена вся надводная часть. Несмотря на все сложности, строители справились со своей работой меньше, чем за год. И сдали объект на 3 месяца раньше срока. Теперь через этот мост планируется провести новую дорогу в областной центр. Руководство региона проект поддержало, тем более, что часть трассы уже готова. Вот здесь осталось фактически 29. 59 километров будет до Скамогорской реки. Пусть они за счет своих денег сделают его. Давайте. Строительство новой дороги позволит обойти некоторые горные участки, что облегчит задачу водителям. А главное, расстояние от Ридера до Усть-Каменогорска сократится со 120 до 75 километров. Анна Лисенбердина, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область.